Итак, тема сегодняшнего занятия – один сапфир и два топаза. Это задачи, начиная со 147-й. Ну, посмотрим, насколько у нас сегодня терпения хватит. Значит, 147-я задача. Один сапфир и два топаза ценней, чем изумруд, в три раза. А 7 сапфиров и топаз его ценнее в 8 раз. Определить, прошу я вас, сапфир ценнее или топаз. Эта задача несколько лет назад была на Московской городской олимпиаде 6 классов. Она очень простая. Кто может сказать? Один сапфир и два топаза. Как это написать формулу? Значит, есть у нас сапфир, топаз и еще что? Изумруд. Есть предложение. Давайте стоимость сапфира обозначим одной буквой, топаз другой и изумруда третьей. X, Y и Z. Один сапфир и два топаза ценнее, чем изумруд, в три раза. Кто пойдет, напишет соответствующее уравнение. Конечно, написать уравнение. Один сапфир и два топаза ценнее, чем изумруд, в три раза. Так, отлично. X плюс 2Y равно 3Z. Нет, не надо убегать. 7 сапфиров и топаз его ценнее в 8 раз. Определить, прошу я вас, сапфир ценнее или топаз? Требуется сравнить между собой величины x и y. То есть, заметьте, z вообще не должно никак участвовать. Что мы сделаем для этого? Требуется сравнить, повторяю, x и y. Сапфир и топаз. Надо как-то избавиться от изумрудов. То есть вот у нас дана система из двух уравнений. Требуется каким-то образом... Дима, а проблема не в том, что забыл. Тут вот Дима у нас до занятия утверждал, что он эту задачу решал. Надо ведь не запоминать наизусть решение, а именно учиться тому, как эта задача решается. Понимаете? Проблема же не в том, что вы выучите там десяток или сотен, или даже там 10 тысяч задач. А в том, чтобы понять метод решения. Нужно как-то избавиться от буквы Z. Получить соотношение только между X и Y. 8 x плюс 3y. Ну, вот это будет неплохо. Потому что если мы сложим наши два уравнения, то буква z никуда не уйдет. А что такое по диагонали? Нет, ничего смешного. У нас есть два равенства. Нужно каким-то образом сделать, чтобы буква Z исчезла. Получить соотношение между числами X и Y. Один сапфир и два топаза ценнее, чем изумруд, в три раза. А 7 сапфиров и топаз его ценнее в 8 раз. Определить, прошу я вас, сапфир ценнее или топаз. Давайте.
верхнем уравнении 3z это x плюс 2y. В нижнем уравнении 8z это 7x плюс y. Равно 3z. Нет, y, конечно, не равно 3z. Вопрос просто такой, как избавиться от буквы z? Каким образом от этих двух уравнений перейти к одному, но зато в котором не будет буквы z? В котором будут только x и y. Надо исключить одну неизвестную. Каким-то образом сделать, чтобы буква Z не стала. Хорошо, вот. Даже не знаю, как это сказать. Мне кажется, настолько понятно. У вас есть какая-то информация про число 3Z. Там. У вас есть какая-то информация про число 8Z. Какое естественное есть желание? Вычесть из 8Z. Плохие ваши желания. Неправильные. 3z заменить на 3y. 3z, а почему вы можете 3z заменить на 3y? Непонятно. 3z это на самом деле x плюс 2y. Если... Да. Это совсем просто. Вот представьте себе, что здесь было бы не 8z, а 3z. Тогда вы справились с задачей? Да. Как? Просто вместо 3z мы поставили... Вы бы приравняли эти два выражения, правильно? Да, да. Если бы здесь вместо восьмерки стояла тройка. А неужели мы не сможем добиться, чтобы здесь стояли одинаковые числа? Какое есть число, которое очень легко выразить и через тройки, и через восьмерки? 24. Правильно. 24 это 8 троек или 3 восьмерки. Значит, что разумно сделать вот с этим уравнением? 8. Чтобы там получилось не 3z, а 24. Я хочу, чтобы у меня было так, 24, и здесь тоже было бы 24. Что? Говори. 8x плюс 3y равно... Да не 3y. Что ж ты 3y? 8х плюс 16. Мы умножили обе части уравнения на 8. Это с любым уравнением можно сделать. Когда у вас есть два равных числа, то от того, что вы их увеличите в 8 раз, они не перестанут быть равными. Согласны? Если а равно b, то и 8а равняется 8b. Да. Значит, мы абсолютно правильно перешли от одного равенства вот к такому. Было 3z, стало 24x, 8x, 2y, 16y. А внизу на сколько мы умножим? На 3 на 3. 21x плюс 3y. 3y. Сусада, пожалуйста, спешите себе. Потому что почти все, что нужно, мы сделали. Мы получили в правых частях одно и то же выражение. 24z. А теперь мы приравниваем. 8x плюс 16y это что? Это 21x плюс 3y. Совершенно верно. А вот дальше нужно упрощать. Дальше нужно... Помни правило, что если у тебя 3y есть вправо, справа, то можно отнять эти 3y от 16. Правильно? Если у тебя есть 8x, то можно перенести 8x. Что? С противоположным знаком. Пишем. Я вот подробно напишу. 16y минус 3y это 21x минус 8. 16 минус 3, ты помнишь? 13. 21 минус 8? 13. Все. Значит, что у нас получилось? Поделить на 13 еще осталось. Поделить на 13, получится ответ? Y равно x. Y равно x. Совершенно верно.
Ну, то есть числа подобраны в этой задаче так, что сапфир, топаз, изумруд – это все одна и та же цена. Отлично. 148-я задача. Таня пошла покупать ручки и карандаши. На все деньги, которые у нее были, она могла купить 6 ручек. Ну, прямо скажем, она не очень богатая, но тем не менее ничего страшного. 6 ручек. На те же самые деньги она могла купить 12 карандашей. Но она решила купить поровну ручек и карандашей. Вопрос. Сколько ручек и карандашей она могла купить? Повторяю задачу. На все деньги она могла купить 6 ручек. На те же самые деньги она могла купить 12 карандашей. Но она решила на все деньги купить одинаковое количество ручек и карандашей. Сколько ручек и карандашей она купила? Она купит 4 ручки и 4 карандаша. А почему? Нет, тут без всяких неизвестных можно. Задача совсем простая. Я понимаю, дайте человеку сказать. Ребята, вообще принцип такой, что если человек вышел за стену, должен сказать то, что хочет. Да, пожалуйста. Ну, 6х равно 12y. Ну, хорошо, хорошо, ради бога. 6х равняется 12y, да. Х – это стоимость одной ручки, y – стоимость одного карандаша, да. Да, 2 на 6. Ребята, добрый вам совет. Это, конечно, замечательно, когда совсем маленькие, вот все вот эти палочки и так далее, но вообще никогда это не пишите, потому что это только запутывает. Х равно 2y. Мы получили отношения. Да, хотя вообще-то было очевидно. Поскольку 12 в 2 раза больше, чем 6, то, конечно, карандаш в 2 раза дешевле, чем ручка. Дальше. 12 карандашей. Ну да. Тут получается 3 предмета. 3 карандаша. Ну тут 2 карандаша и 1 ручка. Значит, нужно 12 поделить на 3. Ну хорошо. Смотрите. На самом деле, по сути, Дима сказал правильно.
Хотя, конечно, введение вот этого нового понятия предмет немножко затуманилось дело. По сути, он сейчас сказал следующее. У нее всего денег на 12 карандашей. Одна ручка стоит как два карандаша. Да еще карандаш. 2y плюс y это сколько? 3y. Когда 12y делишь на 3y, получаешь ответ 4. Ну почему плюс y? Потому что ты покупаешь ручку и карандаш. Вот, она же хотела купить поровну ручек и карандашей. Это значит, что она каждый раз будет покупать ручка-карандаш. Если хотите, я вам даже такую схему нарисую. Так, 12, по-моему, да? Вот. И здесь вот по 2 их объединим. И здесь нарисуем ручку. Ну, не знаю, может, не буду рисовать. Да? Итак, это карандаши. Ладно, рисую. Так уж и рисую. Ручка, она вот такая. Раз ручка, два ручка, три, четыре, пять, шесть. Вот. Если хочешь, покупай 12 карандашей. Если хочешь, покупай 6 ручек. А теперь, чем может заняться героиня задачи? Она может так брать. Одну ручку, один карандаш. Следующую ручку и еще один карандаш. Понимаете? Угу. Вот. Следующую ручку и еще один карандаш. Еще одну ручку и еще один карандаш. А теперь, господа, я уверяю вас, что все деньги у нее уже кончились. И объяснить я это могу очень просто. Смотрите, вот купить эти два карандаша, это на самом деле то же самое, что купить эту ручку. Согласны? Угу. А купить эти два карандаша, это то же самое, что купить эту ручку. В результате, если бы она не покупала бы эти 4 карандаша, а купила бы эти 2 ручки, то она как раз бы все деньги заскопила. Итак, 4 ручки и 4 карандаша. Примерно понятно? Да. Следующая задача. 149. У Ани, Мани, Тани, Вани и Дани яблок было поровну. Когда Ани, Маня, Таня съели по 5 яблок, у них вместе оказалось столько же яблок, сколько у Вани и Дани вместе. Сколько яблок у Вани? Повторяю, у Ани, Мани, Тани и Вани яблок было поровну. Когда Аня, Маня и Таня съели по 5 яблок, у них вместе оказалось столько же яблок, сколько у Вани и Тани вместе. Сколько яблок у Вани? У троих, которые съели, яблок оказалось столько же, сколько у двоих, которые ничего не ели. Нет, ребят, не ой. А это и есть математика. Если вы не умеете решать такого рода текстовые задачи, то заниматься другой математикой строго бесполезно. Это вот тот начальный уровень, который обязателен абсолютно для изучения. Если вот такого рода текстовые задачи вы не можете решить, то значит очень плохо в школьной программе. Надо срочно что-то делать. Так как яблоко у ребят одинаково, то можно заменить их одной переменной. Ребят или яблоки? Количество яблок у ребят.
Совершенно верно. Количество яблок, да. Ребята, составляем уравнение. 3х минус 15, 5 умножить на 3 равно 2х. Очень хорошо. Из обеих частей мы читаем 2х, и получается х минус 15 равно 0. Значит, у ребят было? По 15 яблок. Отлично. Все, все, спасибо. У ребят было по 15 яблок. 150-я задача. Когда скворцы сели по одному на дерево, одному скворцу не хватило дерева. А когда на каждое дерево сели по два скворца, одно дерево осталось свободно. Сколько было скворцов? Если 3 скворца сели на дереве, Ну, все время рисовать будет. Сейчас еще птичек нарисует. Если на дереве, то одному не хватило места. Значит, только один остался без места. Получается, скворцов четверо. Но если... Ну, нарисуй еще одного скворца сбоку. Да, вот здесь вот да, скворец летает. Если собрать скворцов по парам, то останется одно дерево свободно. Замечательно. Дима, и как вы считаете, вы решили задачу? Да. А зря. Вы так считаете? Потому что вы всего лишь подобрали ответ. Вы не рассуждали, а придумали ситуацию, которая подходит под условия. Всегда можно спросить, почему именно 3 дерева и 4 скворца? То есть вы придумали один из ответов. На самом деле он единственный. Но это же нужно доказать. Это очень плохо, что у вас сидит вот это желание подбора. То есть вместо того, чтобы рассуждать, вы просто ищете, какой бы ответ. Придумать, какой ответ подходит. Поскольку в вашем учебнике чаще всего ответы какие-нибудь простенькие, то вы страшно довольны и не понимаете, что на самом деле задачу не решили. Вот сейчас Дима не решил задачу. Он всего лишь придумал числа, которые подходят. Подсказка. А вы обозначите буквой Х количество деревьев. Это кизон. Ну? И получится, что двумя способами можно посчитать количество скворцов. Один способ – это когда вот скворцы сидели по одному на дерево. По одному на дерево. Что это означает? Если деревьев х, то скворцов будет сколько? Х плюс 1. Совершенно верно. Давайте напишем. Деревьев. Скворцов. Сколько? Х плюс 1. Х плюс 1. Потому что вот он, да? Вот тот самый скворец, который не на дереве. Так. На дереве. И один не на дереве. А теперь нужно посмотреть сюда. Когда они садились по 2 на дерево. Х минус 1 равно х поделить на 2. Ой-ой-ой, как вы поделите? Вот это ваше стремление все время поделить, оно мешает очень сильно. Х деревьев. Сидят скворцы по 2 на дерево. Одно дерево свободно. Как записать количество скворцов формулой? Повторяю простейший вопрос. Деревьев х штук. Вот, х деревьев.
На всех, кроме одного, сидит по два скворца. Сколько скворцов? Четное количество, замечательно. Да. Ну, это верно, но это все не по делу. Сколько деревьев вот здесь вот? Сколько штук? Если одно дерево не занято. Х-1. Х-1. Равно х-1 на сумму х и 1 поделить на 2. Ой, да какое все время все тебе поделить? Повторяю, х-1 дерево. На каждом дереве сидят 2 скворца. Как записать количество скворцов? Ребята, нет, ну мы, конечно, живем в Новой России, но не до такой же степени. 2х-1. Нет, не то. Если х-1 дерево и на каждом 2 скворца. Сколько скворцов? Х-1. Да, это действительно х-1. Но 5 человек, у каждого 2 руки. Сколько рук? 5 и 2. Сколько это? 10. Ура. 7 человек, у каждого 2 руки. Сколько рук? 4. Х-1 дерево, на каждом 2 скворца. Что нужно сделать? Х-1 умножить на 2. Деревья — это люди. Я не знаю, кто у вас деревья, но я точно знаю, что нужно писать вот такое уравнение. Пишем? Надеюсь, оно не понял. Значит, показываю. У меня 2 руки. Вот у тебя 2 руки. В Тумарфе 2 руки. Ну да. И вот, значит, у нас троих... 6 рук. Понятно. Это 2 умножить на 3. Да. Ну, что тебе еще не надо? А, х-1 дерево, на каждом 2 скворца. Понятно. Может, мы его решим? Или это тоже слишком трудно? Да. Конечно. Конечно. Только сначала на скобки раскрыть. Диктуй. 2х-2. Х-1. Да. Х-2. Отлично. Дальше. 2х-х равно 3. Победа? Ура. Победа. Значит, деревьев сколько? 3. Как нам и показал Дима. Только Дима это придумал, а мы задачу решили. Понятно? 151-я такая же, только чуть-чуть другими числами. В спортивном зале есть несколько одинаковых скамеек. Если спортсмены сядут по 6 человек на скамейку, то на последнюю скамейку сядут только 3 человека. Если же спортсмены будут садиться по 5 человек на скамейку, то четверым места не хватит. Сколько скамеек в спортивном зале? Итак, значит, если по 6, то на последней скамейке будут не 6 человек, а только 3. Если же по 5, то четверым не хватит места. Пожалуйста. Чтобы не путалось, Y напишите. Количество скамеек. Хорошо? Количество скамеек будет Y штука. Да. Так. 6. Y. Минус 1. Равно 5. Y.
написали, как если бы, когда садились по 6 человек, то последняя скамейка осталась свободная. Что нужно сделать, чтобы уравнение стало правильным? Прибавить 3. Правильно, вот здесь вот прямо напишите спереди. 3 плюс. Вот теперь действительно уравнение правильное. Ну, кто пойдет решать? Так, как это? Что? Что? Давай, давай, выйди, покажи. Вот там есть чистые куски. Левая, вот. Давай, сделай. Во-первых, надо раскрыть скобки. Раскрыть скобки. Это значит, скобок уже не должно быть. И 6y пишется не так далеко, поближе. 6y. Да. Вот. Равно, да. Вообще-то надо уметь сдерживать себя. Потому что выглядит мало кому интересно. То есть, ребята, вы бы лучше посмотрели на то, что написал Дима, и сказали бы, что, во-первых, надо дожимать, надо уважать других людей. Заметьте, я когда пишу формулу, я стараюсь, чтобы она была легко читаемой. Надо проявлять уважение к другим людям. Пожалуйста, отойдите от доски. Отойдите. Вот просто дайте прочитать формулу, которую мы написали. Я уверяю вас, что он совершил ошибку. Выйдите, там... покажите. Вот это вот число неправильное. Раскрывается. Должно быть что? Должно быть здесь 6. 6. Все, смотрите. Действительно, когда умножаешь на 6, то надо не только уменьшаемое, но и вычитаемое тоже умножать на 6. Вот, спасибо, садитесь. Значит, господа, смотрите, казалось бы, не надо поднимать руку. Казалось бы, он знает правила. Он знает, что нужно переносить из одной части в другую с противоположным знаком. Он нам, на самом деле, сам его подсказывал с места. Но смотрите, как ужасно это все выглядит. Вот, ну, во-первых, он не понимает, что не стоит писать по уже имеющемуся тексту. Великий наш писатель Булгаков произнес простую фразу: «Москвичей испортил квартирный вопрос». Yes. То есть смотрите, вот казалось бы, вы там школьники, да, а все равно думаете, что надо обязательно писать поверх. Мысль, что можно спокойно взять и написать рядом, совершенно в голову приходит. Итак, у нас есть уравнение. 3 плюс 6y минус 6. Дима, что нужно сделать? Вы же нам все правильно говорили. Нужно y перенести в одну часть, а числа в другую. В какую часть мы будем переносить y? Смотрите, здесь 6y, а здесь 5. Правильно, y будет 6. Давайте же это сделаем. 3 плюс 6y минус... Что там? 5y минус, потому что здесь было с плюсом 5y. Минус 6 получится 4. Нормально? Ага. Нормально. Сколько будет y минус 5y? 6y минус 5y. 1y. Просто y. Просто y. X плюс. А теперь внимание. Тут есть 4. Плюс 6. И минус 3. И минус 3.
Это сколько? Семь. Таким образом, на скамейку садятся 7 человек. Давайте разберемся, собственно говоря, сколько их было. По 6 человек, наоборот, извините, 7 скамей, да, 7 скамей. На скамейку садятся 6 человек, я там не понял. Это будет сколько уже? 36 человек. Нет, не 36. 7 скамеек, по 6 человек на скамейку. 42. Но на последнюю только 3 человека село. Поэтому на самом деле народу сколько? 39. Потому что на 3 меньше, чем если бы все сидели. Правильно? Да. Отлично. Теперь проверяем здесь. 5 умножить на 7. 35. Плюс 4. 39. 39. Господа, между прочим, вообще-то эту задачу можно было решить без этих. Просто вы посмотрели внимательно, подумали бы. Это же как? Здесь так трезво посмотреть. По 6 человек на скамейку садятся в одной ситуации, а в другой ситуации по 5. Значит, понятно же, что можно лишний только по одному человеку. Ладно, я не буду эту тему развивать. Все, пошли, смотрите. 150-я. Некоторое число уменьшили на 7 и после этого уменьшили в 10 раз. Получили число, которое на 34 меньше исходного. Найдите исходное число. Так, давайте. Значит, было число 9. Уменьшили на 7. После этого уменьшили в 10 раз. Получилось число на 34 меньше исходного. Требуется его решение. Пожалуйста. Х минус 7 разделить на 10 – это х минус 34. Как решать такое? Надеюсь, все помнят, что вот эта горизонтальная черта означает знак деления. На самом деле это удобнее, потому что две точки, их в общем не очень видно, а черту уж точно не придать. И главная формула получается все-таки не сплошняком, линейку. И так гораздо виднее структура формулы, что на что делим. Х минус 7 называется числитель, 10 знаменатель. Как решать такого рода уравнения? Нет, ребята, я не хочу, чтобы вы сейчас гадали. Понятно, что вы можете как-то быстро подобрать, я все понимаю. Мне нужно решение. А для этого нужно, чтобы вы сказали вообще, что делать с такого рода уравнениями. Знаете или нет? Нет. Да, чтобы узнать число, которое было, надо, если 34, мы знаем, что это 4, что получилось число на 34. Ну, что сходно, если 4 минус 7. Это совсем не то. Потом нет, не то. Совсем все гораздо проще. Господа, операция деления сложнее, чем операция умножения. Поэтому, когда у вас есть возможность свести дело к умножению, то практически всегда это нужно делать. В данном случае у вас есть деление на 10. Что здесь реально написано? Число разделишь на 10, получишь вот это число. Значит, да? Х, то нужно умножить правую сторону на 10. Молодец, нужно обе части умножить на 10. То есть надо написать так, х минус 7 это 10 умножить на х минус 34. Заметьте,
Здесь было действие деления, а здесь действие умножения. Но вы знаете, что когда вот, сколько можно писать, точку можно ее писать. А надо раскрыть. Что? Конечно. Надо раскрыть скобки. Диктуйте. 10 минус 340. Отлично. Что дальше делаем? Надо перетащить 340 в эту часть, а x в эту. 10x минус x. Правильно. 10x минус x. А слева что будет? 340 минус 7. Отлично. 340 минус 7 сколько? 333. Замечательно. 10x минус x? 9. Ну что? 333 разделить на 9. Да, и сколько это будет? А, кстати, я бы советовал сначала так. На 30 поделить очень легко обе части. А вот теперь надо 111 делить на 3. Сколько будет? 37. Молодец. 11 делишь на 3, получаешь 3 и 2 в остатке. 21 делишь на 3, получаешь 7. Получился ответ? 37. Таким образом, кстати, проверим. 37 минус 7 – 30. 30 делить на 10 – это 3. А 37 минус 34 тоже 3. Таким образом, мы это уравнение решили. Ну, следующая задача очень простая. Хотя все-таки давайте я ее нарисую. Вот. Единственное, этой задаче не повезло. В предыдущем издании была глупая опечатка. Да. Там в одном из кружочков было написано число, которого на самом деле вообще не должно было быть. Здесь сейчас я рисую кружочки, они все пустые. А там, ну, случайность произошла. Вот здесь единица. Да, я понимаю. Ну, потерпите, пожалуйста. Я вам сейчас рисую правильные условия. Кстати, а вы знаете, почему произошла такая опечатка и почему ее было трудно отловить? Рассказываю вам. Издательство «Просвещение» печатает свои книжки в Саратовском комбинате. Соответственно, представляете, что нужно сделать, чтобы получились рисунки? Они посылают из Москвы в Саратов. Теперь все понятно, да? Насколько оперативна связь между... Они посылают их не по электронной почте, а по старинке. Вот, и поэтому очень трудно... Просто по почте? Да. Вот, поэтому очень трудно было, на самом деле, отловить эти опечатки. Хотя, вообще, я должен сказать, что издательство «Просвещение», оно, в общем, что называется, самое лучшее. То есть, чрезвычайно тщательно там работали, и сколько опечаток редактор нашла и исправила. На самом деле в этой книжке опечаток очень мало по сравнению с тем, что обычно бывает в книжках. Так что они там на самом деле герои. Пишите в кружки числа так, чтобы каждое следующее в направлении стрелок получалось из предыдущего при помощи указанного действия. Вот смотрите, здесь умножаем на 4, здесь делим на 4, здесь прибавляем двойку, здесь прибавляем единицу, здесь умножаем на 3, здесь делим на 6. Надо, чтобы взяли число, прокрутили бы его по всем кружочкам, и оно вернулось бы. А число обязательно должно быть целыми? Нет, никто не сказал. Если честно, они подобраны так, чтобы были целые, но это вовсе не точно. Кстати, составлять такие задачи в 100 раз легче, чем их решать. Понимаете, да? Берешь кружочек, делаешь числом все, что угодно. Единственное, в последний момент пишешь там, вычесть сколько надо, там, или поделить на сколько надо. Чтобы, вот, поэтому до последнего действия вы можете делать все, что угодно. Вот. Но обидный школьник решает.
где стояла единица, там четверка. Дима, Дима. Надо все-таки не подбором решать. Это не подбор. Это подбор. Мы как-то решили. Это не подбор. Все-таки давайте решать. Смит. Давайте. Давайте упрощать потихонечку. Да. Поделите на 4, 17 на 4, это будет то же самое. То есть, вот в этих двух кружках, как он, покажи. Вот в этих двух кружках написано одинаковое число. На самом значит, деле... Значит, один кружочек уже можно убрать. Садись, правильно. На самом деле, можно убрать, вот, даже два, почему? Смотрите, можно вот эти два кружка убрать, просто объявить, что это и это одно и то же. А давайте так и сделаем. У нас получится новая схема. Вот этот кружок оставляем. А еще? Этот тоже оставляем. Этот оставляем, этот оставляем. У нас уже четыре. Ребята, пожалуйста, научитесь терпеть. Весы не электронные, как сейчас в большинстве магазинов, когда кладешь
и а вот такие для того. А весы, какие были в свое время очень-очень-очень распространены. Оказывается, стрелка. То есть происходит давление груза, и стрелка показывает вес. Удобно, на самом деле, ничуть не хуже электронных весов. Конечно, точность немножко меньше, потому что человек труднее считать, но, в общем, для целей магазина абсолютно достаточно. Так вот, произошел сбой шкалы. То есть просто та бумажка, или что там, по которой отсчитывают вес, или в ту сторону, или в ту сторону сдвинулась. Пожалуйста. Заметьте, вот все эти предисловия, я знаю решение этой задачи и так далее. Это же все пустые звуки. Научитесь говорить без этого. Что такое 6 минус 5? Это сдвиг шкалы. Почему? Откуда взялось число 6, откуда 5, и почему сдвиг шкалы именно 6 минус 5? Тогда, сейчас я проверю, действие. Не надо замировать действие. От этого не станет понятнее. 2 плюс 3 равно 5. 2 плюс 3 равно 5, замечательно. Да. Теперь, то, что показание вместе... Минус показания отдельно. Это равно одному. Теперь. Я не понимаю, что такое показания вместе, показания отдельно. Сейчас я напишу. Ой. 5 килограммов. Это вес. Про одного из великих физиков есть так. Пиши. Есть такая история. Он приехал в Москву читать лекцию. Выходит. Огромная была доска, не такая, как здесь, действительно огромная. Пишет формулу за формулу мелким почерком, пишет. Исписал всю доску. Аудитория в шоке. Потому что он приехал рассказывать новые какие-то физические законы, собственно, публика их еще не знает, потому что он их, собственно, и открыл. Вот. Никто ничего не понимает. Его спрашивают, а вы не могли бы пояснить то, что вы написали? Да, легко, отвечает он. И прямо с первой буквы начинает читать формулы. Там x минус y равно... И так букву за буквой читает. Человек при этом искренне думал, что от этого станет понятнее. Не понимая, что аудитория не понимает смысл этих формул, а не равенство. Вот то же самое. Паша сейчас искренне думает, что делает. Понял? Так, 2 плюс 3, 5 килограммов. L вес вместе. Что такое L? Ложный вес. Ложный вес. Да. Ух ты. То есть неправильно. Бывает ложный вес. Все нормально. Имейте уважение к другим людям. Если человек вышел рассказывать, это не значит, что его надо перебивать обязательно. Ложный вес. Не понимаешь, что говорил. Ладно. Вес 1 плюс L. Да. Дальше. 6 минус 5. Что такое 6 минус 5? 6 минус 5 это ложный вес в портфеле вместе. Это тоже вместе. Ложные показания, я понимаю. Что такое ложный вес? Это неправильный вес. Дальше. Это по отдельности? Искренне убежден, что сейчас стало понятно.
если я не понимаю первое даже действие. Когда ты совершаешь какие-то арифметические действия, то необходимо объяснить их смысл. Не просто писать, да, 2 плюс 3, 5, спасибо, я знаю. Я действительно это знаю, Паша. Я знаю, что 2 плюс 1, 3. И 3 плюс 1, 4. Это я тоже знаю. Я не знаю решения задачи. Господа, кстати, на олимпиадах вот вашего возраста это абсолютно стандартная. Кстати, это абсолютно стандартная проблема. Очень часто бывает, что школьник получает минус свой за решение задачи, абсолютно не понимая, почему, ведь он же решил. Дело в том, что вы думаете, что вот к этому тексту прилагается еще и ваша голова. Неправда, не прилагается. А этот текст решением задачи очевидно не является. Просто потому, что в нем нет связанных русских предложений. Вот лучше исписать лишнюю страницу, но предложить внятное решение. Ваша идея, что в математике надо писать только короткие формулы, никак не связанные словами, абсолютно неправильно. Господа, решение задачи – это текст. Нормальный, связанный текст на русском языке. Разумеется, мы, поскольку невозможно каждый раз писать длинные-длинные сочинения, конечно, мы пытаемся иногда обойтись сокращениями, писать там, не килограммов, а КГ и так далее. Но вообще-то решение – это рассказ. Решение должно убеждать, а не просто формулы. Кто может? Лучше всего без формул. Объяснить на словах решение задачи. Потому что ответ у него, скорее всего, даже правильный. Хотя я тоже не уверен. Мы сейчас посмотрим. Но как решать задачу? Вот без нумерации. Паша, без нумерации. Объясните, что это означает. Это означает неправильный вес по отдельности и к каждому плюс еще отклонение. Ну и что? В первом там два отклонения, потому что там две величины, а во втором только одно отклонение, потому что там одна величина. Попытайся объяснить всем, потому что я пока ничего не понял, попытайся. Когда приходят родители и говорят, что «а он у меня все понимает, а это только ему в школе оценки занижают, потому что он объяснить не может», это полная ерунда. Если человек не может объяснить, значит он на самом деле ничего не понимает. Если вы можете вот только написать такого типа равенства и при этом нормальным русским языком не можете объяснить, что они означают, то значит на самом деле вы не поняли решение. И вы не должны обижаться, когда мы за это там, ставим двойки, там, не даем грамот на олимпиадах и так далее. Потому что это значит, что вы действительно не поняли. Давайте. Да я предлагаю такую вещь. Взять, написать их имена. Значит, бывает у нас Митя. Бывает. Кто еще бывает? Витя. И бывает Витя. А бывает вместе. Ну, естественно, что мы сейчас интересуемся не Митей и Витей, а их портфелями, да? Ну, я уже не буду считать, что это очевидно. И так бывает, значит, на весах это то, что Паша называл ложный вес. И бывает что? Настоящий. На самом деле, да? Настоящий. Настоящий. Да. Так вот, господа, смотрите. Давайте мы сейчас просто заполним эту таблицу. Прям читаем условия. Весы показали 3 килограмма и 2 килограмма. 3, 2. Так, а вместе они показали? 6. Вместе показали 6. Господа, ну согласитесь, что ситуация такая, правильно? Да.
Митя и Витя взвесили на весах 3 килограмма, 2 килограмма, вместе 6. А вот теперь вопрос. Как понять на самом деле? Да очень легко. Очень легко. На самом деле сдвиг. То есть они весят не 3. Они весят 3 плюс какая-то величина. Да. Правильно? И 2 плюс х. Да. А здесь? 6 плюс х. 6 плюс х. Таким образом, х, 3х. Не 3х. Да. Как это говорится? Это 3? 3 плюс х. Х. Плюс 2 плюс х. Да. Равно 6 плюс х. Как дальше с этим разбираться? Надо из обеих частей убрать вот этот х. Да. Получится у нас что? 5 плюс х равно 6. Да. 5 плюс х равно 6. И 6 плюс х равно 1. Х равно 1, совершенно верно. А вот теперь спокойненько. Складываем. Ну, конечно, это в тетради так делать нельзя. Это я хулиганил, потому что у меня доска. Вот. Но понятно? Это практически то же самое, что пытался сказать я. Отлично. Есть огромная разница между пытался сказать и сказал. Огромная разница. Потому что вы писали формулы, наверняка внутри себя понимая, о чем идет речь. Но вы это не передавали. У нас, учтите, у нас все под камерой. Понимаете, вот вы не ответитесь. Представляете, пройдет много лет, там ваш ребенок придет, спросит папу, как решать задачу. Вы ему скажете, иди решай сам, все легко. Он скажет, нет, у меня есть видеозапись. Ты в свое время не решил. Поэтому будь добр, расскажи. Правильно? Так будет. Вот. Нет, вы явно не решили. У вас будет только формула. У меня к этому прилагается объяснение смысла этих формул. Решение – это не таблица. Решение – это слова, которые я при этом говорил. Вы скажете, а как я в тетрадку это напишу? Ну, вот так надо писать. Ну, стараясь, короче. Как скажешь, такие. Нет, понимаете, решение задач довольно часто бывает длинным текстом. Кстати, математические статьи состоят вовсе не только из формул. Ну, я имею в виду настоящие по науке, не по школьной программе, а настоящие научные статьи. Там огромное количество просто слов, объяснений. Потому что только если формулу писать, толку не будет. Так, 155 очень легко. Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 26. Найдите уменьшаемое, пожалуйста. Так как сумма вычитаемого и разности равна уменьшаемому, да. То можно заменить сумму разности и вычитаемому уменьшаемым. Да. То есть сумма двух уменьшаемых равна 26. Не сумма двух, а просто удвоенное уменьшаемое. Удвоенное уменьшаемое равно 26. И значит уменьшаемое? Уменьшаемое равно 13. Молодец. Давайте я напишу еще раз. Представьте себе, есть уменьшаемое, вычитаемое, разность. Вот такой есть пример на вычитание. Да? Уменьшаемое x, вычитаемое y, разность z. Что в задаче нам сказано? Сумма этих чисел x, y и z равна 26. Как сейчас только что сказал Женя. Он сказал простую вещь, что y плюс z это в точности x. Значит, x плюс x это 26. Ну, x это 26.
большие дни на ночь. То есть 13. Очень хорошо. Замечательная текстовая задача. 156. Один сказал другому. Выслушайте это замечательное коммерческое предложение. Дай мне 2 сливы. Тогда будет у нас слив поровну. Тот ответил. Нет, лучше ты дай мне 2 сливы. Тогда у меня будет вдвое больше, чем у тебя. Вот когда у меня что-то просят, почему-то я не догадываюсь, дай мне 2. Такая замечательная. Смотрите, вот к вам подошли, попросили, дай мне 2 сливы. Будет у нас слив поровну. Надо не давать сливы сразу, а надо ответить встречным предложением. Нет, лучше ты дай мне 2 сливы. Тогда у меня будет в 2 раза больше, чем у тебя. Замечательно. Беседа. Можешь? Дай мне 2 сливы, то осталось на 2 сливы меньше. А у другого человека, которому дали 2 сливы, на 2 сливы больше. И раз... эти числа равны, то записываем x плюс 2 равно y минус 2. X плюс 2 равно y минус 2, это замечательно. А второе уравнение? А второе уравнение это y плюс 2. Равно 2х, 2, 2 умножить на сумму, на разность икса и 2. Угу. Ну что, давайте думать. Значит, остается... дай мне 2 сливы. Значит, у второго х, то есть вот так делаем, у второго количество слив обозначено буквой х, а у первого буквой y. Значит, у второго x слив, у первого y. Дай мне 2 сливы, значит, y минус 2. Все правильно. И y плюс, да. Действительно, замечательная система. Как ее решать? Ну, сначала раскроем скобки. Сначала раскроем скобки. Давайте их дуть. Y плюс 2. Да. Равно... 2х минус 4. Минус 2 раз 2. Ну, значит, 2 раз 2 сколько? 4. Минус 4. Хорошо. Дальше что? Нам бы посмотреть еще на верхнюю уравнение. То есть вот нижнюю мы переписали правильно. Что теперь делать? Х равно y минус 2 минус 2. Да, правильно. Верхнее уравнение переписывается так. Х равняется y минус сколько? Минус 4. Минус 4. Так, и дальше что мы делаем? Кстати, можно было написать, что y равняется x плюс 4, было бы то же самое. Дальше мы берем и вместо x подставляем в эту уравнение. Господа, обратите внимание, это важный прием решения систем. Если вы одну из переменных сумели выразить через другие, то вы можете от этой переменной избавиться. Что в данном случае это означает? Вы вместо x можете написать y минус 4. Понимаете, Маша? Замечательно. Ну, давайте писать. Y плюс 2 я переписываю в левую часть. 2. Вот дальше очень важная вещь. Когда вы подставляете, то вы должны представлять себе, что x, оно как бы в мешочке. Вот здесь вот у нас число 2, оно умножается на x, а x это y минус 4. Поэтому что обязательно я сейчас должен написать? Какой знак? Я должен писать не y минус 4. Y плюс 4. И не y плюс 4. 4. И не 4y.
О, вы совсем не умеете представлять. То есть вы не умеете подставить. Вместо буквы подставить, не понимаете, что нужно делать? Да, здесь уравнение. Мы знаем, что x это y минус 4. Я хочу сейчас получить уравнение, в котором будет только y. Что надо сейчас написать? До такой степени не понимаете. 2x плюс 2. Ужас. 2. Ой, слушайте. Какие же вы несчастные, а? Неужели вы когда в магазин не ходили? Вот когда... Я понимаю, да, вот действительно у вас жизненного опыта не хватает. Когда идешь в любой большой магазин, набираешься в корзину покупок, да? Ну, я не знаю, там молоко, масло, хлеб, что там еще купили, да? Приходишь, и кассир всегда спрашивает, какой первый вопрос ему всем покупателям задает. Есть коробки. Ой, гораздо более простой. Денег хватает? Пакет. Нет, молодец. Вам пакет дать. Потому что они понимают, что если они вам сейчас продадут вот эту россыпь, а у вас нет пакета с собой, то вы им тут устроите... Разнос. Да, свинюшник на полу. Вот, поэтому они вас спрашивают, а пакет вам не надо. И вы соображаете. Есть у вас с собой сумка, автомобиль или что-нибудь такое? Или же действительно пакеты надо покупать и как после с пакетами идти? Ну, так что мы делаем с y минус 4? За па. Ковый воен, да. А то что выполняет роль пакета? Что в математике играет роль полиэтиленовых пакетов? Скобки. Правильно. Ура. Единственное, рекламу на них не печатают, а так вполне годится. Скобки в математике играют роль пакетов. Ну, неужели дальше трудно? Вы уже один раз сегодня скобки мне раскрыли. Диктуйте, давайте. Y плюс 2 равняется... Но 2Y минус 8. Минус 8, минус 4. То есть минус 12. Правильно. Так, ну и наконец. 2. Разумеется, сам бы я никогда так не написал. Это я просто вот под камеру пишу. Конечно, я бы сразу написал, что 2Y минус 4. Y, конечно, я бы написал. Вот. Так, 8 и 4, вы уже говорили. 12. 2 это y минус 12. Это равно 14. Совершенно верно. Вот теперь, зная y, мы пользуемся вот этой формулой. Говорите, пожалуйста. X равно 10. X равно 10, да. То есть у одного из них 14, у другого 10. И беседа теперь становится совершенно понятной. Тот, у кого 10, подходит и говорит, дай мне две штуки, стоит поровну. А тот, у кого 10, говорит, да нет, лучше ты мне дай. Вот так, у которого 14. У которого 14. Лучше ты мне дай, тогда у меня будет 16, а у тебя 8. Отлично. 57-я, если честно, такая же. Абсолютно такая же задача. У двух рыбаков спросили, сколько рыбы в ваших корзинах? В моей корзине половина числа рыб, находящихся в корзине у него. Да еще 10, ответил первый. А у меня в корзине столько рыб, сколько у него. Да еще 20, сказал второй. Сколько же у них рыб? Повторяю. В моей корзине половина числа рыб, находящихся в корзине у второго. Да еще 10, ответил первый.
А у меня в корзине столько, сколько у первого, да еще 20, сказал второй. Тоже надо быстренько составить систему уравнений и решить. Так. Итак, пусть x у первого, y у второго. Можете ли, пожалуйста? Например, вместо х подставляем абсолютно разумно, да. Вот у нас есть х. Почему? Вот это вот. Х это вот это. Да. Аккуратно, в пакетике. Его надо сюда вот написать. Пишите. Y равняется. Быстрее или нажимать посильнее? Y равняется... Y пополам. Да-да-да, все правильно. Y пополам? Да, плюс 10. Плюс 10. Нет, плюс 10 все-таки. 10 и плюс 10. Сколько открывается? Да. Кстати, не всегда надо на кассе брать пакет. Вот в данном случае можно было обойтись без пакета. Правильно? Да. Так, пиши, пиши дальше. Чего? Y равняется y пополам плюс сколько? Не, вот, а ты дальше. Стоп, стоп. Не надо стирать ничего. Когда ошибка, ее надо обсудить, а не уничтожать. Ошибка, как раз важнее. Смотрите, что он пишет. Он понимает, что у формулы есть горизонтальная ось. Вот здесь было написано абсолютно правильно. Знак равенства и ровно посередине. И здесь тоже, ну, здесь чуть-чуть сдвинул сверх, но это считает, я посчитал, что это отражение небольшое. Здесь тоже нормально. Смотрите, ровная черта и плюс. Y равняется не Y, а дроби, у которой в числителе Y, а в знаменателе двойка. Понятно? Так, 10 плюс 20 это сколько? Плюс 30. Так, и что дальше? Не надо нарезать одной формулой на другую. У вас огромная доска, можно писать в любом месте, но так, чтобы было видно. Правильно. Y равняется чему? Y равняется... Спасибо, все. Ну и дальше x легко найти из вот этой вот строчки второй. Зачем равняется x? 80. 80. Отлично. Турист проехал автобусом на 80 километров больше, чем прошел пешком. Поездом он проехал на 120 километров больше, чем автобусом. Какое расстояние он проехал автобусом, если поездом он преодолел в 6 раз большее расстояние, чем пешком? Давайте пишем. Здесь бывает автобус. Обозначим расстояние, которое он проехал на автобусе, буквы x. Дальше. Бывает пешком. Извините, а почему 80x-то равняется? Да, потому что 40. 40. Ну, спасибо. 40. Спасибо, конечно, молодец.
Вот, так, 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 так. И еще поезд, еще у нас есть поезд. Автобусом, поездом, пешком. Вот. Пишем уравнение. Автобусом проехал на 80 километров больше, чем прошел пешком. Скажите, пожалуйста, как вы писали? Минус y равно 80. Вот, вот опять. Вы пытаетесь все время писать этим ребят. Когда одно число на 80 больше, чем второе. Не нужно для этого минус. Еще раз. Автобусом на 80 больше, чем прошел пешком. Х это y плюс 80. Конечно. Никакой минус не нужен. Нужен плюс. Вот, хорошо. Поездом проехал на 120 километров больше, чем автобусом. Z равно. Давай писать. X плюс. X, да, да, x автобус. У нас поезд назывался да, x. X плюс. Плюс 120. 120. Хорошо. Какое расстояние проехал автобусом, если поездом преодолел в 6 раз больше расстояния, чем пешком? Как там сказать, что поездом в 6 раз больше, чем пешком? Z равно 6y. 6y. 6y, да. 6y пешком. То есть вот, ребят, у нас сегодня впервые встретилась система из трех уравнений с тремя неизвестными. Ничего страшного. Когда одно уравнение с одним неизвестным, обычно легко решается. Система из двух уравнений с двумя неизвестными тоже легко. Из трех с тремя тоже легко решается. Только что нужно понимать? Мы должны потихонечку избавляться от неизвестных и уменьшать количество уравнений. Да? Можно через z... Наоборот, можно букву z истребить. Ну да. Букву z надо полностью истребить. Каким образом? Последнее уравнение не надо писать. А вместо z надо везде написать что? 6y. 6y. Так давайте же это сделаем. Первое уравнение я переписываю без изменений. Второе уравнение. 6y. Это x плюс 120. Так, смысл поняли? Да. Господа, и теперь еще раз можно такую же операцию сделать. Так, говорим. 6y равно y плюс 80 плюс 120. Молодец. Конечно. 6y, а вместо x подставляем y плюс 80. Поскольку у нас здесь только операция плюс, то скобки можно и не ставить. Можно было и поставить. Вот. Y переносим в другую часть, получаем 5y. 80 и 120 получаем 200. Получаем 200. 200 делим на 5. Да, да. Y получается? Y получается 40. 40. Y равняется 40. Давайте думать... А нет, я забыл уже вопрос задачи. Не могу думать. Там сколько вообще километров он продлил? Какое? Нет. Какое расстояние проехал автобусом? Автобусом? Автобусом. То есть х равно y плюс 80, 120. Х это 40 плюс 80. 159. В парке живут. Господи, кто тут живет? Воробьи, синицы, голуби и вороны. Всего 10 тысяч птиц. Всего 10 тысяч птиц. Да, кстати, вы знаете, что в Подмосковье есть парк птиц? Да. Нет. Вот. Вот докладываю. Правда, это совершенно довольно далеко от Москвы, так что так просто не доедешь. Но, тем не менее... Оказывается, есть такое место, где огромное количество всевозможных птиц и других животных собрано. Так что, кроме московского зоопарка, есть еще и такое чудо. Кстати, в моей школе из старших классов приглашают для наблюдателей за птицами. Замечательно. Там... Вот. Очень хочется когда-нибудь туда, конечно, съездить. Но это все не сегодня.
А сегодня вот что. Давайте я все-таки аккуратно запишу. Воробьи. Воробьи. Синицы. Голуби и ворона. Голуби. Ворон. Вот, ребят, кстати, одно простое правило. Не пытайтесь сэкономить на буквах. В латинском алфавите сколько букв? 26, совершенно верно. Но букву О не советую использовать, потому что с нулем легко перепутать. Все остальные буквы очень должны быть. 25. Понимаете, да? А если еще вспомнить греческий алфавит, еще что-нибудь, то букв всегда хватит. Поэтому спокойно пишем X, Y, Z. А. Ну, А, хорошо. А. X, Y, Z, A. Теперь спокойно читаю условия задачи. Читаю условия задачи. Всего 10 тысяч птиц. Что надо написать? Х плюс Y равно 10 тысяч. Совершенно верно. Воробьев в 10 раз больше, чем ворон. Воробьев в 10 раз больше, чем ворон. Х равно 10А. Правильно. Х это 10А. Голубей на 400 больше, чем ворон. Z равно А плюс 400. Z это А плюс 400. Синиц на 1400 меньше, чем воробьев. А, Х равно... Можно было Х равняет Y плюс 1400, можно и Х минус... Ладно уж, минус напишу. Это сам учет тебе не стоит, но не важно. Вот, не так важно в данном случае. Сколько чего? Сколько каких птиц в парке? Да? Система из 4 уравнений с 4 неизвестными. А если с 5? Конечно. Я вам больше того скажу. Современные компьютеры позволяют решать системы из многих тысяч уравнений. Более того, когда вы обращаетесь к компьютеру с простым вопросом, покажи страничку в интернете, то он при этом решает огромное количество линейных уравнений. Хотите, расскажу, каких? Каких? Смотрите, как выглядит интернетская страничка. Какая-нибудь табличка? Рядом еще табличка. Какой-нибудь рисунок, правильно? Замечательно. А вы понимаете, что когда создатель страницы это писал, он не знал точно, какой у вас будет экран. Поэтому там есть всякие условия. Условия такого типа. Скажем, вот эта таблица должна занимать 60% по ширине от того, что у вас есть. Или вот этот рисунок должен быть... там, понимаете, какую типа вещь? Да. Компьютер может все это быстро посчитать. Да. Я вам больше того скажу. Когда компьютер показывает вам текст в строчке, то он должен правильно расставить размеры пробелов, растянуть строчку так, чтобы она была ровно по ширине страницы. Там тоже решаются эти самые линейные уравнения. Вот, причем там их неизвестно гораздо больше, там этих пробелов между словами, их чаще всего больше, чем 4, правильно? Поэтому, нет, а есть и задачи в 100 раз более важные, чем то, что показать вам интернет-страничку. Поэтому во время того, как компьютер работает, он очень часто решает огромное количество всевозможных систем уравнений. Так, сейчас давайте, какую букву мы можем легко истребить? Z. Z. Легко. Кстати, Y тоже. Друзья, Александр, сделай быстрее будет. Господа, я предлагаю простые вещи. Вот эти два уравнения я писать больше не буду. Но зато вместо Z я везде напишу А плюс 400. А вместо Y я везде напишу X минус 1400. Поняли задумку? И получится система из двух уравнений. Совершенно верно. Так, поехали. Значит, X так и остается. Y это X минус 1400. Да, пожалуйста, Флавик, давайте написать. X минус 1400 это Y. Z это A плюс 400. A плюс 400.
А это, собственно, и есть А. Так, должно это равняться 10 тысячам. Очень хорошо. И второе уравнение. X это 10А. Господа, а ведь на самом деле я же и от буквы X могу легко избавиться. Да. Просто я последнее уравнение не буду писать. А везде вместо x напишу что? 10а. Отлично. 10а плюс 10а минус. Так, можно я сразу упрощу? 1400 и 400 тут с минусом. Поэтому минус 1000, ладно? Минус 1000. А и а это будет сколько? 2. 2а равняется числу 10. Отлично. 10А, 10А и 2А сколько будет? 22. 22А. Так, 10 тысяч и 1000. Соображаете? Ну, 11 тысяч, конечно, потому что здесь было в левой части с минусом, то в правой части было с плюсом. 11 тысяч. Делим обе части на 11. Получается, 2А это 1000. А это сколько? 500. Господа, даже совершенно понятно, что x это 5000. Понятно, что z 900. Так, x это у меня 5000, 5000 минус 1400. Подскажите? 3600. 3600, совершенно верно. На количество уравнений. 3600. Ну все, мы нашли все числа.